Я готов. Добрый день. Я участник молодежных праймерис, Перевышина Екатерина Викторовна. Сегодня, 16 апреля 2013 года, совместно с спортивным центром города Екатеринбурга, филиала ЦСКА, мы организовали открытый кубок командующего войсками Центрального военного округа по волейболу, который посвящался 90-летию образования ЦСКА. И первое место сегодня занял Екатеринбургское Суворовское военное училище, второе место – Екатеринбургский кадетский корпус и третье место – Сосьерский социально-экономический техникум. Занимайтесь спортом, ведь он оздоравливает не только тело, но и ваш дух. Спасибо.